Группу «Разные люди» для многих – это дух бунтарства, витавший в атмосфере тотального развала. Откровенность, стихийность и даже непредсказуемость этих антисоциальных вчерашних комсомольцев будила сознание. Они разрушали психологию советского человека, инстинкт наших предков, выработанный за годы союзного бытия. Не лезь куда не надо, не делай ничего лишнего. Разные люди были такими, такими и остались. 15-летие группы отмечали прошлой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. А по весне, в свой день рождения, разные люди в золотом составе праздновали на малой родине. История харьковской рок-легенды в программе «Культура». Перед клубом в ряд выстроились гаражные чудовища. Собранные где-то в харьковских трущобах, они впечатляли. Здесь было, казалось, все, на что способен воспаленный мозг байкера. Владельцы мирно ждали начала концерта. Для нас это прежде всего гаражная музыка. Мы когда собираем мотоцикл, например, все время ставим разных людей. Особенно Сашу Чернецкого. Надо на это попасть, потому что, может быть, другого раза уже не будет. Особенно для тех людей, кто слышал разных людей, кто их любит. Это большое мероприятие. На легенду советской и постсоветской рок-музыки группу «Разные люди» шли посмотреть, послушать, убедиться, что они вместе, в золотом составе. И не важно, что всего один день. С этого города все начиналось, наверное. А место в этом городе не важно. Люди делают место, правильно? А не место там людей собирают. Я думаю, если бы мы собрались где-то в другом месте, тоже было бы то же самое. Нам же хочется верить, что это благодаря исключительности места и времени появилась у Харькова своя великая рок-легенда. Чиж и Чернецкий играли в разных группах с одинаковым названием ГПД – группа продленного дня. Один в Дзержинске, другой в Харькове. Это интервью Чиграков давал на заре своей харьковской музыкальной карьеры. Это его впечатление от выступления Чернецкого и ГПД. Настолько было велико впечатление, что смотрел в субботу вечером и в воскресенье до вечера вообще ни с кем не разговаривал. Ходил как ошарашенный. В общем, все перевернуто. Вот, ну, не знаю. Вот на западных ребят так смотришь телевизор. Далеко они так, далеко, это к ним такое отношение интересное появляется. Но также у меня к Чернецкому для меня вообще вот такое было. Вот. Даже не думал никогда и мечтать не мог, что там чего-то. Ну и как вы творчески уживаетесь вот с Сашей? Отлично уживаемся. Нормально. Ладно, с Маккартни уживаясь. Потом мы с Чернецким уживались. Мы даже фамилии на одну букву. Нормально. Я так решил еще с утра. Сегодня точно напьюсь. Сегодня кончатся все деньги. Сегодня пиво и блюз. О, я хуче, хуче. О, я хуче, хуче. Сюда, в парк Артема, Александр Чернецкий бегал на танцы. Здесь, на поселке, учился в школе. Сюда разные люди позвали своих отметить 15-летие. Наши фаны, в общем-то, начали говорить о том, что 15 лет в 2004 году группе, и хотелось бы как-то это все, ну, что-нибудь сделать. Вот. Мы сделали в Питере и Москве в прошлой осенью как бы два больших концерта. Вот. И с Михаленко, и Сечкин приезжали. Вот. А в том году здесь не получалось, потому что были не до рок-н-ролла и так далее. Вот. И как бы тема осталась, мы решили, собственно, это все-таки сделать. И, ну,
Историю солиста разных людей Саша Чернецкого знает наизусть. В детстве он мечтал о спортивной карьере. Ей помешала болезнь Бехтерева, которая началась в подростковом возрасте и медленно прогрессировала. Чернецкий научился играть на гитаре, чтобы петь песни Высоцкого. Стал сочинять сам. И песни писались такие, что приводили слушателей в ступор. Вывернутая наизнанку душа, слезы на глазах и ощущение исповеди в сердце. Мой дед был врагом народа, отец офицером внутренних дел. Ну а я уцелел, хоть и долго болел, но мать меня просит, чтоб я песен не пел. Я ее, конечно, не бью, но что еще осталось мне, только пены на руках, а в ее сухих глазах безысходность, боль и страх. Так и не поняв, как надо было жить, и кто же враг? Эй-эй-эй-эй, черный ворон над домами, все наглей и злей. Рижский рок-фестиваль летом 87 года принес первый успех вчерашним харьковским школьникам. Туда они поехали исключительно в качестве зрителей. Играли на улице для народа. Там получили предложение выступить на фестивале. Назвались разными людьми. Получили приз зрительских симпатий. И официальное второе место после группы «Чайф». 87-й год можно назвать годом рождения группы. В этот год Нобелевскую премию дали Иосифу Бродскому. Матиас Руст сел на Красной площади на своем двухместном самолетике. «Взгляд», «Прожектор перестройки», Александр Чернецкий, ГПД и песня «Россия». Мне больно смотреть на тебя, Россия. По горло увязла во лжи и коррупции, в креслах высоких карьеристы засели, выполняя антинародные инструкции. Что с тобой сделало послевоенное поколение? А буржуазившись тиши кабинетов. А что сегодня осталось от Ленина, кроме лозунгов и портретов? Россия! Народ на день рождения группы все шел и шел. Стали парковаться дорогие автомобили. В зале было замечено с десяток успешных крупных предпринимателей. Страсти накалялись, интрига закручивалась. Ну, у нас же исход происходил постепенно. Сначала покинул нас Сергей Николаевич Чигараков, он же Чиж. Вот, потом поехал Саша в Питер. Вот. Ну, мы в свое время отказались как бы туда ехать, потому что были какие-то тут там корни, привязанности и так далее. Поэтому остались здесь. Вот. Но это не помешало нам вот сегодня опять встретиться, опять играть. Вот. Надеемся, что людям понравится. Именно этот состав Чернецкий, Клименко, Михаленко, Сечкин, Чиграков теперь называют «Золотым». Альбомы этого состава расходились по стране миллионными тиражами. В основном это были кустарные записи с разных концертов. Где ты нашла меня грязным, туда и пала? Что ложь?
На улице Атакара Яроша Чиграков работал вахтером в общежитии университетского филфака. Саня Гордеев работал в аналогичной должности в общаге напротив. На Салтовке в 602-м микрорайоне Чир снимал квартиру. Тогда играли на свадьбах. Я самый молодой в группе «Разные люди», поэтому это не ко мне вопросы. Я-то на уровне рядового, а они там все генералы. Как это было, так оно и осталось, поэтому не ко мне вопрос. То есть вы сегодня, ваш сегодня бэк-вокал, да? Как всегда оно и было, да? Конечно. Они вас под лавку всегда сгоняли, да? Ага. Не давали петь, наступали всякий раз на горло песням. И вообще запрещали мне писать что-либо. Они считали вас таким провинциалом, да? Ну, в общем, да, гандошили-то по полной схеме. Не, вы серьезно? Абсолютно. А вы пришли из такой же группы, да, в такую же... Да, из такой же группы в такую же группу, но гандошили меня здесь, конечно. Там-то я был царем, там-то я был генералом, а тут пришел на позицию рядового солдата, и вот тут я хлебнул, конечно, солдатского горечка по полной. Я думал, что армия закончилась, нет, она только здесь и начиналась. Не было этого. Его еще попробуй загнать. Он так тихий-тихий. Никто никого не загонял. Я не знаю, есть какие-то музыкальные вопросы, наверное, между музыкантами. Я такого не помню. А потом, как можно его загонять и гнобить? Он же такой птичка. Нет. Потом достаточно характерный человек для того, чтобы его загнобили. Революционный Харьков 15-летней давности был наполнен критической массой креативных субъектов. Здесь пыхтела большая рок-кухня. Только Чижом здесь были написаны такие хиты, как «Буги-вуги Харьков», дополнительный 38-й, «Она не вышла замуж». Чиж говорит, что писал в стол, и Чернецкому свои песни даже показывать боялся. А это в то время, когда они все уходили в отпуск. Они уходили в отпуск, а я тихонечко писал. Да. Да. А показывали? Нет, вы что вы? Конечно, нет. Что вы? Смеетесь, что ли? Это же Цербера. А еще что не говорят по поводу вашего творчества? Говно. Так и говорят. Вот прям вот не скрывают. Говорят, говно. Все. А вы обижаетесь на это? Нет, что вы. Я говорю, так, точно, дальше генерал. И все. Едва ли не впервые в жизни мне довелось присутствовать на нетинейджеровском рок-концерте. Играли «Дожди». Михаил Кранин. Паша Павлов. Мы все ждали Чернецкого. Окей, непредвиденные настройки, но мы ничего не репетировали, потому что знали, что вы все знаете и так. Если что, поддержите. Спасибо, Харьков. Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью. Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью. Жизнь стоит того, чтобы утром открыть окно. Жизнь стоит того, чтобы утром открыть окно. И плюнуть вниз, бычок об карниз, начиная новый день с Битлз. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Жизнь стоит того, чтобы не прятать слез. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Давай нальем, давай споем. А то, что будет потом, это потом. Это написал человек, который хорошо знал, о чем поет. И песня эта появилась в самый тяжелый для Чернецкого период. В 91-м году его спасали всем рок-н-ролльным миром. 1,5 миллиона советских рублей – это была цена его жизни. БГ, Шевчук и другие музыканты играли благотворительные концерты. Даже написали письмо во «Взгляд». После передачи пошли письма и помощь. Наш брат заболел очень тяжело.
Мы приехали ему помочь. Это конкретный человек. Вот. Операцию Чернецкому сделали в Петербурге. Чиж временно займет место вокалиста и автора песен разных людей. Потом они с Чернецким будут выступать вместе. Потом Чиж уедет в Петербург и сделает сольную карьеру. Чернецкий записывает альбомы, причем один из них не вставая с кровати. Аппаратуру привезли прямо к дому и протянули кабели на 9-й этаж. За символическую плату в клубе без кондиционеров и пустых баров, потому что к началу выступления разных людей было выпито все, начиная от минералки и заканчивая мартини, истекая слезами и потом, харьковчане слушали золотой состав культовой группы. Хоровое исполнение харьковских народных песен, написанных Чернецким и Чижом. За этим все сюда и пришли. Не отпускали. Этому городу, откуда они, кажется, так и не смогли уехать, хотя они живут здесь уже давно, им есть что спеть. Вот первое, что сказал Чернецкий после концерта. Во! Воу! Рок-н-ролл! Не хватает слов. Надо было подготовиться, как в этом Ералаке. Да? Ну, ты представляешь, как я весь там остался. Мне не хватает сил даже тебе ответить. Мы сегодня песню сыграли, мы совершенно никто ее не знал, и все мимо, и как бы вообще ужасно. Ну это рок-н-ролл, значит, это живая музыка, это не фанера, это не попса, то есть ошибки должны быть, но как бы они есть. А ты в состоянии, бро? Конечно. Ну, пойдем. Простыми, убогими словами тяжело передать весь поток чувств и мыслей кусочка мая 2005 года. Поначалу просто исчезло время, но потом понимаешь, что рок-н-ролл жив, пока мы так крепко и трепетно держимся за своих разных людей. Вообще, за разных людей.